Приветствую вас, дорогие зрители, на моем канале Михалыч Топи Геймс. И в этом видео хотел бы я поделиться с вами моим наблюдением маленьким. Вот, как вы видите, у меня теплая одежда, набор теплой одежды. После фарма простых локаций, чтобы найти там семена моркови или, например, простые сосновые бревна, я потратил почти всю прочность моей брони. Как бы и дальше использовать ее больше нету смысла, и удалять жалко. Но я вот заметил, что если эту бронь модернизировать немножко, то есть сделать усиленно ее, я уже заранее подготовил все, что нужно для этого. Вот, создаем, усиливаем эту бронь, то в инвентаре появляется полностью новая броня с полной прочностью. Так, если вы тоже заморачиваетесь и крафтите себе броню, то не стоит выкидать уже подношенную бронь. Ее можно еще усилить и еще зачистить не одну оранжевую или зеленую локацию. Также можно сделать это и с более простой одеждой. Вот простая рубаха, штаны, кеды. Их тоже можно усилить, и тоже полностью вся прочность у них восстановится. Конечно же, бейсболку придется крафтить заново. Вот такое вот наблюдение. Сегодня я заметил. Интересно, блин, я даже испугался. Думал, капец, усилил себе надломанную вещь, и теперь будет у меня надкоцанная вещь, только зря ресурсы потратил. И на удивление, у меня оказалась в инвентаре полностью вся по прочности вещь. Вот такое вот наблюдение. Если вам понравилось это видео, поставьте лайк, подпишитесь на канал. Спасибо всем за просмотр.